Реальная инфляция в Казахстане выше официальных цифр. Такое мнение высказала депутат Мажилиса парламента Дания Испаева. В кулуарах она отметила, что продовольственные товары подорожали очень ощутимо. Мажилисвумен подчеркнула, что сама покупает продукты и одежду, поэтому в курсе реальных цен. По-моему, то, что официальная информация 20%, это неверно. Думаю, что уже выше этого показателя. Каждый месяц на продукты я трачу примерно 150 тысяч тенге.